Кирилл Демьянов учиться на водителя троллейбуса в ТТУ пошел и из любопытства, и ради обретения новой профессии. Признается, всегда испытывал интерес к подобной технике. За плечами уже более 7 лет водительского стажа. Когда-то управлял машинами в коммунальной службе, а также грузовым автотранспортом. Теперь получил право на управление троллейбусом. Уже в среду Кириллу предстоит совершить первый рейс. Сфера водителя мне уже знакома по предыдущим местам работы, но здесь уже немного по-другому. Ответственность еще по перевозке пассажиров. Ответственность большая, тяжелая. У обычного водителя одна дорога, а у водителя троллейбуса их две. Это контактная сеть и обычная асфальтная дорога. Главное, чтобы пассажирам было комфортно при проезде на наших троллейбусах и безопасно. Хочется пожелать, чтобы за рулем вам было легко, чтобы троллейбус управлялся, реагировал на все команды, ну и чтобы пассажиры, которых вы перевозите, они ездили четко по расписанию, прибывали в срок. Спасибо вам большое. Трамвайно-троллейбусное управление продолжает набирать новых сотрудников. Последние годы здесь сложилась нехватка специалистов. Однако сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы изменить ситуацию. Напомним, масштабная рекрутинговая кампания стартовала весной. Началось с того, что в салонах транспорта размещали информационные листовки, через громкоговоритель приглашали людей, опубликовали объявления во всевозможных средствах массовой информации. О наборе студентов учебного центра и сотрудников узнали не только в Самаре, но и в других муниципалитетах, даже за пределами Самарской области. В учебном центре можно бесплатно получить профессию водителя троллейбуса или трамвая. Дала эффект, конечно, та мера, которую тоже вот с весны внедрили, с 1 апреля. Была увеличена зарплата для водителей на 20% опережающими темпами проиндексированы. Кроме того, введены так называемые подъемные выплаты, когда молодой водитель, поступая на работу, получает 100 тысяч рублей сразу. И вот эти меры, которые при поддержке областного правительства были реализованы, они, конечно, эффект дали. Дирекция муниципального предприятия также напоминает, с учетом добросовестной работы, без аварийной езды, через 3 года водитель может повысить свою квалификацию, а вместе с этим и уровень заработка, который зависит еще и от выслуги лет. Лекции и практика проходят на базе ТТУ. Для студентов их проводят сотрудники предприятия. В каждом классе центра макеты и тренажеры. Например, есть симулятор водительской кабины с актуальной системой управления. Кажется, что ты находишься за рулем настоящего троллейбуса. Чтобы научиться управлять троллейбусом, потребуется 5,5 месяца. В это время слушатели получают стипендию размером с прожиточный минимум. После обучения их ждет экзамен, а затем заключается трудовой договор, и новый сотрудник приступает к работе. Новички в профессии также могут рассчитывать еще и на ежемесячную доплату к зарплате. Те водители, которые у нас водитель 3-го класса, у которых небольшой стаж, все они получают доплату в течение 2 лет 2000 рублей к окладной части. В этом году отмечается 80-летие самарского троллейбуса. Набор сотрудников ТТУ продолжается. Рекрутинговая кампания уже дала свои первые плоды. И это не только выпускники и молодые водители. По словам специалистов, сейчас общественный транспорт стал ходить гораздо чаще, так как водителей стало больше. А сама профессия водителя троллейбуса всегда будет востребована. Ведь людям нужен транспорт, тем более экологичный. Ксения Баканова, Константин Головин. События.